играют на сборы и ревут снаряды тут и там. Наших забайкальцев. Они сражались на всех фронтах. Более 76 тысяч не вернулись, защищая нашу родину. В городе Чите наши земляки работали в совхозах и в колхозах, на шахтах. Делали все, чтобы была победа. В прошлом году президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным было присвоено городу Чита город трудовой доблести.
Наши с вами предки трудились и на фронтах, и в тылу. Здесь было более 32 госпиталей. Мы чтим эту память. И низкий поклон нашим ветеранам. Дай Бог вам здоровья. И оставайтесь всегда с нами в строю. Я хочу каждому из нас пожелать здоровья. Пусть хранит нас Господь. С праздником, дорогие забайкальцы! С Днем Победы! Ура! Дети войны смотрят в небо, глаза воспаленные. Дети войны, сердце ломиком, горе бездонное. Сердце словно отчаянный гром. Ленинградский гремит метроном, неумолчный гремит метроном. Лишился я ног. Я не знаю, как можно простить, кто стрелять по домам вообще смог. Кто вернет мне маму мою? И вернет мне кто ноги и детство? Я с кровати теперь не встаю, а друзей кто вернет по соседству? И когда окажусь я пред Богом, я о вас ему все расскажу. Рассказать мне о вас есть что много. Богу ноги свои покажу. К сожалению, любой вооруженный конфликт беспощаден к детям. Все лучшее детям. Такая надпись была на украинских снарядах, ракетах и бомбах, приготовленных для детей Донбасса. Что может быть страшнее смерти ребенка? Дети погибали и погибают в этих страшных войнах. Они ни в чем не виноваты. Эти смерти жестокие, потому как они умирают от руки взрослого, призванного самой природой защищать и растить дитя. Сегодня, в наше с вами время, на городской аллее Донецка, если и разговаривают, то тихо, это взрослые. От детских звонких голосов и счастливого смеха, исходящего от беззаботного детства, здесь уже не будет никогда. В городе Донецк установлен мемориальный комплекс в память о детях, погибших в ходе вооруженного конфликта на востоке Украины, обстрелов украинскими силовиками населенных пунктов Донбасса. На гранитной доске в начале аллеи ангелов высечено 58 фамилий. А всего же за годы войны на Донбассе жертвами пуль, мин и снарядов стали 149 детей и подростков. Взрослые, остановите войну! Обращаются
дети. Германские фашисты загоняли совсем еще маленьких детей в лагеря. Лагеря, которые впоследствии обрели название «Детские лагеря смерти». Салас-Пилс, Бухенвальд, Маутхаузен, Освенц, Красный берег губили детские души. На всех ставились ужаснейшие медицинские опыты. Дети подвергались расстрелу. Они умирали от голода, холода, истощения и болезней. Таких детских лагерей массового истребления было более десятка тысяч. А кто они? Дети войны. А это те, которым уже за 80. Те, кто запомнили ужасы Великой Отечественной. Кто перенес голод, холод и смерть близких. Которые наравне со взрослыми ликовали победу. В нашем городе живет известный человек. Валентина Васильевна Гуревич. Ветеран труда, заслуженный работник культуры Российской Федерации, наш забайкальский соловей. Но не все знают, что Валентина Васильевна – ребенок войны. Валентина Васильевна, мы... Совсем еще маленькой. Валечку вывезли с блокадного Ленинграда. И она до сих пор помнит ужасы тех лет, которые навсегда врезались ей в память. Валентина Васильевна Гуревич. Всем здравствуйте. И всех поздравляю с великим праздником, с великим днем. В 1942 году, когда открылся путь через Адлерское озеро, дорога жизни, моим родителям удалось выехать по Адлерскому озеру из Ленинграда блокадного. А когда жили в блокаду, мама мне говорила: вот какая была едушка. Мы нажевывали ее в тряпочку, и такую соску мне давали, чтобы я выжила.
Я, конечно, этого не помню. Я родилась в 40-м году. В 42-м мне было 2 года, когда мы выехали из Ленинграда. А повзрослев, я говорила: ну, конечно, от такой еды я и не выросла. Пусть наши дети, пусть наши внуки, наши правнуки никогда не знают ужаса войны, ужаса фашизма, ужаса блокады, ужаса голода. Живите счастливо, будьте здоровы, будьте веселы, будьте спортивны, будьте умными. Это нужно нашей стране, чтобы выросло здоровое и умное поколение. Читайте и изучайте историю нашей страны. Любите нашу огромную, прекрасную страну. Любите наше Забайкалье, чтобы никогда, никогда не было войны. Будьте здоровы и счастливы. Но когда войне конец, дети плачут, где отец? Ох, она разлучница, сколько еще мучится? Встречали незваных гостей.
встречается несколько старых друзей. Редко друзья нам встречаться приходится, но уж когда довелось, вспомним, что было, и выпьем, как водится, как на Руси повелось. Вспомним, что было, и выпьем, как водится, как на Руси повелось. Здесь с нами вместе семья ленинградская, с нами сидит у стола. Вспомним, как русская сила солдатская немца на запад гнала. Вспомним, как русская сила солдатская немца на запад гнала. На плече твоем до зари о любви шептать ночью нежнею, сыновей рожать, дочерей рожать, исполнять свое дело вечное. Да воюй, родной, да терпи, родной, за нас сегодня.
родились трое дочерей. Краше не было на свете, не было дружней. На работе рядом были длинным летним днем, и на праздники ходили завсегда втроем. Вместе шли рядом, рядом три сестры. Не страшны враги любые были до поры. Испокон веков на свете длится их союз. Украина и Россия, с ними Беларусь. Как-то в двери постучался бравый молодец, сам красивый и богатый западный купец. Перед сестрами стал хвастать, сладом щеголять, и за море в край далекий стал собою звать. Вместе шли рука в руку, рядом три сестры. Не страшны враги любые были до поры. Испокон веков на свете длится их союз. Украина и Россия, с ними Беларусь. Помутился вдруг рассудок у сестры одной. Все твердило, что мол станет лишь его женой. Завсегда втроём.